Друзья, привет! Hi! Приветствую вас на канале «Английский язык по плейлистам». И мы с вами продолжаем наш наиважнейший плейлист «Английский язык до автоматизма с нуля до уровня Advanced». Друзья мои, мы с вами в рамках нашего плейлиста разбираем теорию и также отрабатываем все на практике. У нас с вами была теория, урок 8, теперь переходим к практике. Все было разобрано, теперь идет только проверка ваших знаний. И, кстати, многие фразы взяты из предыдущих уроков, поэтому повторяйте, освежайте в памяти. Итак, переводим, соответственно, во время present simple на английский язык. Ты не пытаешься выучить английский. Ты не пытаешься. Ты, you, не пытаешься. Ну, раз отрицание, значит don't. Пытаться. Мы с вами этот глагол разбирали как раз в 8 уроке, и также он был в других уроках нашего плейлиста. You don't try выучить. Ну, соответственно, второй глагол, значит, нужно to, выучить, to learn, английский, English. You don't try to learn English. Это не работает. Это. It. Не работает. Doesn't. Работает. Work. It doesn't work. Я не хочу это знать. Я не хочу. I don't want это знать. I don't want to know. Мы с вами говорили именно о таком порядке слов. Want to глагол, далее что относится. I don't want to know it. Я не хочу это знать. I don't want to know it. Дословно, я не хочу знать это. Я не согласен с тобой. Я, I, не согласен. I don't. Значит, вспоминайте, как будет согласен. Мы с вами разбирали. I don't agree с тобой with you. I don't agree with you. Мне не нравится это. Мне не нравится. Опять же, помните, что мы, когда говорим мне не нравится, начинаем именно с личного местоимения. I. Далее, не. Помним с вами, что когда у нас глагол, отрицание с помощью don't, или же, соответственно, doesn't. I значит don't. I don't нравится. I don't like это it. I don't like it. Она не хочет обсуждать это. Она. She не хочет. Doesn't want обсуждать. Эти глаголы, значит, на автомате ставим to и вспоминаем, как будет обсуждать. Сами разбирали? То есть дискутировать. Discuss, верно. She doesn't want to discuss. Это it. She doesn't want to discuss it. Он не работает там. Он. He. Не работает. Doesn't. Работает work там. Вспоминайте. There. И здесь же. Он работает здесь. Он работает. Он he. Работает. Works. Не забываем здесь. S поставить. Здесь. Как будет здесь? Тоже вспоминаем. Here. He works here. Все время забывают эти два слова there и here. Мы с вами как раз на них делали акцент. Here здесь, there там. He works here. Он не знает это. Он, he, не знает.
He doesn't. Значит, знает know. Это it. He doesn't know it. Это не кажется странным. Это. It. Не. Doesn't. Кажется. Seem. Странным. Strange. It doesn't seem strange. Я не знаю. Я, I, не. Don't, знаю. No, получается, I don't know. Итак, повторяем. You don't try to learn English. It doesn't work. I don't want to know it. I don't agree with you. I don't like it. She doesn't want to discuss it. He doesn't work there. He works here. He doesn't know it. It doesn't seem strange. I don't know. Далее. Она не помнит это. Она, she, не, doesn't, помнит, remember, это, it. She doesn't remember it. Он не хочет читать эти книги. Он. He. Не. Doesn't. Хочет. Want. Читать. Ну, раз глагол сразу ставим to, получается to read эти книги. These. И книги будет books. He doesn't want to read these books. И здесь же. Он хочет читать те книги. Он. He. Хочет. Не забываем добавить s. He wants. Читать. To read. Те книги. Те будет those книги books. He wants to read those books. Еще раз. He doesn't want to read these books. He wants to read those books. Я не хочу говорить это. Я не хочу. I don't want говорить. Раз глагол начинает ставить to. Говорить. Мы сказали, что сказать что-то это say. I don't want to say it. У него нет этой информации. У него нет. То есть, дословно, он не имеет. He не имеет. Но опять же, используем тот материал, который мы с вами проходили. He не имеет. Это будет doesn't have этой информации, этой this информации, information. He doesn't have this information. Далее. Я не хочу играть в компьютерные игры. Ну, действительно, нет желания. Я не хочу. I don't want
играть, to play, ту не забываем поставить, в компьютерные игры. В компьютерные игры, computer games, без всяких предлогов, о чем мы с вами говорили. I don't want to play computer games. Я не знаю этого человека. Я не знаю. I не знаю. I don't know этого человека. Этого this человека person. I don't know this person. Я не хочу делать это прямо сейчас. Я не хочу. I don't want делать это, to do it, прямо сейчас. Это фразы мы с вами разбирали, right now. Сейчас это now, а прямо сейчас right now. I don't want to do it right now. Он не хочет пытаться, значит, он не хочет пытаться найти хорошую работу. Он не хочет. He doesn't want пытаться. Видите, глагол, значит, автоматом ставим to. Далее сам глагол пытаться, try, найти. Найти, видите, опять глагол. Нужно разделить с помощью to. Найти это будет как? Вспоминайте. Find. Хорошую работу. Как вы скажете? A good job. Не забывайте артикль. О чем мы с вами говорили, это устойчивое выражение. Значит, получается, he doesn't want. Он не хочет. To try. Пытаться. Найти хорошую работу. He doesn't want to try to find a good job. Ну, главное, видите, мы все правильно с вами сказали грамматически, осмысленно. Теперь скажем по-другому. Он не пытается найти хорошую работу. Он не пытается. He не doesn't пытается. He doesn't try. Найти. Видите, глагол, значит, разделяем с помощью to. Найти будет find. И хорошая работа, выражение a good job. He doesn't try to find a good job. Обращаю внимание, никаких s здесь не нужно. Мы с вами на этом делали акцент именно в теории в рамках нашего полиста. Никаких s не нужно, только в утвердительной форме s. Далее. Я не хочу жить в этой стране. Я не хочу. I don't want жить to live в in этой стране in this стране country. I don't want to live in this country. Итак, повторяем. She doesn't remember it. He doesn't want to read these books. He wants to read those books. I don't want to say it. He doesn't have this information. I don't want to play computer games. I don't know this person. I don't want to do it right now. He doesn't want to try to find a good job. He doesn't try to find a good job. I don't want to live in this country. Далее.
Мой друг не думает так. Мой друг. Соответственно, как мы с вами скажем? Мой друг. My friend не думает так. Не думает. Doesn't думает. Think. И так будет so. My friend doesn't think so. Я не хочу говорить тебе об этой проблеме. Я не хочу. I don't want говорить тебе. Ну, раз глагол, значит, нужно ставить to. Как сказать говорить тебе? Мы с вами говорили, что если просто сказать, это say. Если говорить кому-то, то это уже tell, верно, поэтому здесь tell. I don't want to tell you об этой проблеме, об, about, этой, this, и проблеме, problem. I don't want to tell you about this problem. Я не хочу учиться там. Я не хочу. I don't want учиться. To сразу ставим, учиться будет study. I don't want to study там. Вспоминаем, будет there. I don't want to study there. Мы не хотим жить в другом месте. Мы не хотим. We не хотим. Don't want жить. Опять же, want, далее to, жить, live, другом. Вспоминайте это слово. Мы неоднократно делали акцент на то, что это слово очень быстро забывается согласно статистике. We don't want to live в другом, in another месте, place. We don't want to live in another place. Это не кажется полезным. Это. It. Не. Doesn't. Кажется. Seem. Полезным. Useful. It doesn't seem useful. Они не помогают мне. Они. They. Не помогают. Не. Don't. Помогают. Help. Мне. Me. They don't help me. Я не хочу говорить тебе эту вещь. Я не хочу. I don't хочу, want, говорить тебе. Эти глаголы, значит, автоматически нужно поставить to. Далее думаю, как сказать говорить тебе. Опять же, просто сказать это say. Говорить кому-то это tell. Получается, I don't want to tell you эту вещь. This thing. I don't want to tell you this thing. Далее. Я не хочу думать об этом. Я не хочу. I не хочу. Don't want думать. Опять же, нужна связка to. Далее думать, think. Об. About. Этом, it. Получается, I don't want to think about it. Я не понимаю этих людей. Я не понимаю. I не don't понимаю. Understand этих людей. These людей people. I don't understand these people. Далее.
Мы не понимаем это. Мы, we, не, don't, понимаем. Understand – это it. Получается, we don't understand it. Итак, повторяем. My friend doesn't think so. I don't want to tell you about this problem. I don't want to study there. We don't want to live in another place. It doesn't seem useful. They don't help me. I don't want to tell you this thing. I don't want to think about it. I don't understand these people. We don't understand it. Далее. Я не хочу обсуждать это. Я не хочу. I don't want обсуждать to. Далее обсуждать, дискутировать, другими словами. To discuss – это it. I don't want to discuss it. У него нет машины. То есть, дословно, он не имеет машины. He. Давайте скажем, опираясь на тот материал, что мы с вами прошли. Отрицание don't или doesn't. He doesn't. Имеет. Have. Машины. Не забываем про артикль и говорим a car. He doesn't have a car. Я не хочу пить. Я не хочу. I don't want пить to drink. I don't want to drink. Я не хочу жить в том городе. Я не хочу. I don't want жить to live в in том that городе city. Ну и по умолчанию используем city. Мы с вами как раз про это говорили в предыдущих уроках. I don't want to live in that city. Это не помогает мне. Это. It. Не. Но he, she, it, помним, что doesn't. Помогает. Help. Мне. Me. Получается, it doesn't help me. Итак, повторяем. I don't want to discuss it. He doesn't have a car. I don't want to drink. I don't want to live in that city. It doesn't help me. Значит, друзья мои, отлично, мы с вами далее двигаемся по нашему плейлисту. Для вашего удобства все видео я загружаю в данный плейлист, который так и называется «Английский язык до автоматизма». Опять же, мы с вами говорили о том, что может стоит изменить название не просто «Английский язык до автоматизма», а «Английский язык до полного автоматизма». И не просто «Английский язык», а «Правильный английский язык до полного автоматизма», потому что, опять же, многие говорят быстро, но неправильно, и сами как бы не осознавая это. Ну, давайте, может, оставим вот это название как есть. Друзья мои, и очень удобно также включать как фон наш плейлист. Но мы с вами, разумеется, двигаемся дальше. Thank you.